Писатели, поэты, библиотекари и издатели. Под сводами торжественного зала Дворца книги литературное сообщество региона собралось, чтобы обсудить вопросы продвижения и поддержки чтения. На данный момент по всей области функционируют 530 библиотек. Главный вопрос, который ставит перед собой Министерство искусства и культурной политики – как привлечь жителей к литературе в целом и в библиотеке в частности. Для этого ведомство подготовило подробную программу реновации библиотек. Сюда входит изменение инфраструктуры. Структуры учреждений. В качестве примера эксперты привели всем известный магазин товаров для дома «Икею». Магазин строится по принципу лабиринта. От входа к выходу идет одна дорога, проходящая через все отделы. Не совсем, может быть, такая аналогия из мир-литературы, но там правильно поработали маркетологи. У них вход и выход совсем не рядом. И для того, чтобы выйти из «Икеи», нужно пройти несколько залов. Может быть, это есть одно из решений библиотек, чтобы действительно пройти наши залы, посмотреть, что есть в этих залах, какие есть выставки, что может предложить библиотека. В целом в регионе успешно реализуется программа «Время читать», которая определяет главные направления и механизмы поддержки и развития чтения. В базовый документ входит социальная реклама, поддержка библиотек и книготорговой инфраструктуры. Стратегическим партнером программы является издательский дом «Эксмо АСТ». Это и книжные фестивали, это и культурные форумы, это и общенациональные акции в поддержку чтения. «Библия ночь» вам всем известна. Но появляются и новые, достаточно интересные. Это реклама на общественном транспорте, в пространствах, это преобразование библиотек. Кроме этого, в регионе разработана программа поддержки юношеского чтения «Читающее детство». Сюда вошло 6 основных направлений. В их числе развитие инфраструктуры и кадрового потенциала, изменения в общественном сознании, ценности и значимости чтения в жизни детей и поддержка детского книгоиздания. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.